Эфир телеканала «Кубань-24» продолжает программа «Артефакты». С вами Екатерина Славянская. От романсов до лирических баллад и патриотических песен в Краснодаре пройдет творческий вечер певца и композитора. Заслуженного артиста Кубани Игоря Шишова, автор более 200 композиций, исполнит лучшие авторские сочинения, а подарком для поклонников станет выступление коллег по цеху, джазовой певицы Ирины Бабичевой, исполнителя и музыканта Александра Чумакова и многих других. Вечер будет наполнен джазовыми нотками и зарубежными мелодиями. Михайлов в золоте, а Земфира в кафтане правителя. В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств можно увидеть ретроспективу «Бренд реализма» Сергея Шнурова. С присущей ему иронией артист показывает, что ценности нынешнего поколения завязаны на брендах и внешней привлекательности. Каждый стремится при помощи вещей показать свою значимость и статусность. При этом содержание уходит на второй план. Каждый экспонат – это своеобразная сатира на нашу действительность. Каждый арт-объект – это тоже своеобразная насмешка и, может быть, даже где-то плевок в систему сегодняшних ценностей. Соло баритона. Завтра в Краснодаре состоится концерт заслуженного артиста Кубани, солиста ансамбля, а даже Николая Колчевского. Сегодня он у нас в гостях. Коля, здравствуй. Здравствуйте. Итак, рассказываю. Уже готов полностью к концерту? Уже программа сформирована, остается вот только выйти и выступить. Да, конечно, уже все готово. Завтра все начнется, приготовление на сцене, там дополнительные какие-то настройки. Все, ждем всех. Вот сейчас с ребятами, с ансамблем «Адажио» мы будем завтра давать концерт этот. Вот все-таки какие эмоции испытываешь сейчас? Есть ли какой-то такой нервный момент, или все-таки уже как артист спокойно к этому всему относишься? Ну, пытаешься себя немножко успокоить, но все равно такое нервное немножко состояние. Волнуешься, переживаешь. Может быть, что-то упустил, может быть, какие-то слова найти еще, чтобы сказать, да, зрителям. Ну и вообще волнуйся, чтобы все прошло как бы хорошо. Вот чтобы людям понравилось. Расскажи о том, насколько важно вот давать такие сольные концерты, что они тебе вот привносят в твою творческую жизнь. Для артиста, в принципе, выход на сцену – это возможность, ну, давайте так, приземленно, если так скажу, это возможность самовыражения, самоутверждения даже. Самое главное, наверное, для артиста. Можно репетировать днями, ночами, но если артист на сцене не выходит и не показывает это своим зрителям, своей аудитории, то это, конечно, тяжело психологически. Но одно дело, когда вы все вместе на сцене, а тут соло Николая Колчевского. Вот как в этом плане? Я же говорю, я все равно не один буду. Я буду с нашим инструментальным составом работать. Ну, великолепные музыканты. Просто с ними, как за каменной стеной себя чувствуешь, да. И никогда... Такая поддержка. Да, поддержка очень большая. И всегда, если даже чуть-чуть где-то там... оступишься, они тебя все равно подхватят и да, это очень важно дальше. Осознавать. Да. Расскажи подробнее о программе, как она формировалась, насколько длительный период это все делалось, как ты сомневался, может быть, по поводу каких-то композиций, может быть, наоборот, пришлось там, ой, слишком много, вот этого на следующий раз оставлю, рассказывай. Да, на самом деле, должна была просто родиться какая-то концепция программы. Очень долго я над этим работал. Я уже делал какие-то песни с ребятами, mm-hmm. потому что это занимает, ну, тоже большое время. Но еще не знал, где, в каком месте эти песни будут выстроены в программе, поставлены в программу. Ну, вроде бы нашел. Мы это все обсудили с нашим художественным руководителем, народной артисткой Вероникой Журавлёвой-Пономаренко. Всю программу просмотрели, ну вот, тогда посоветовались и выстроили ее так, как она будет. Ну, вы, в принципе, такие ребята, экспериментаторы. У вас постоянно какие-то новинки, постоянно вы находите какие-то композиции, загораетесь. Вот расскажи, пожалуйста, мне кажется, жанров и направлений просто не счесть в вашем творчестве.
Да, я вообще, в принципе, да, стараюсь как бы затронуть много жанров. Вот на этом концерте я решил в честь 80-летия Владимира Высоцкого спеть, да, так вот, небольшой такой блок его песен. Коль, тех песен, которые как бы, ну, вот, мне близки. Нравятся, да, близки. Коль, ну я, наверное, тогда попрошу тебя что-то исполнить. Услышать сейчас твой бархатный баритон. Ну, хорошо, давайте сейчас спою вам народный романс «Очи черные». Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Потрясающе, Тетя. Николай. Просто теперь я понимаю, почему на ваших концертах абсолютные аншлаги. Спасибо. Расскажи вот еще об одном таком моменте. Ты вот не просто выходишь и выступаешь, там исполнил композицию, даже, да, рассказал о ней, но такое идет живое общение с залом. Вот как это вот происходит у вас? Как вы чувствуете, что зал уже готов взаимодействовать, что вот они хотят этого общения живого с артистом? Ну, стараемся для того, как бы мы артисты, чтобы войти в, как бы, в доверие зрителям, чтобы передать им эмоцию. Это определенный шаг навстречу, это определенное, да, развитие. Да. И очень важная такая вот такой тонкий-тонкий момент, когда между зрителем и артистом происходит вот эта связь энергетическая, когда ты как артист отдаешь, и в то же время ты получаешь от них. И просто такое вот ощущение полета. Просто великолепно себя чувствуешь в этот момент. Вот оно, таинство. Да, искусство. И после концерта ощущаешь себя, как будто ты вообще не работал и еще готов три таких концерта. Обмен энергиями, да, такой. Да, да. Коль, ну и последнее. 19 мая что произойдет? Рассказывай. 19 мая у квартета «Адажио» большой-большой концерт, который состоится в музыкальном театре. При поддержке Министерства культуры нашего это вообще стало возможным. Это будет концерт... Да, чего ждать? Да, это будет концерт, где будут лучшие номера, наверное, вот за тот период, сколько мы существуем. Существуем мы достаточно долго, более 7 лет уже, как квартет. Хорошее число. Да, да, очень такое значимое. И он будет такой насыщенный. И я всех-всех приглашаю, всех приходите. 19 мая в музыкальном театре «Красная 44» в 17:00. Все, тогда ждем. Готовьте много сюрпризов, да. А мы обязательно расскажем об этом концерте. Спасибо огромное, что сегодня был с нами. Спасибо. Такими были новости культуры. Оставайтесь на Кубань 24. Впереди у нас много интересного.